Хе-хей, с вами Артиплей, приветствую вас, друзья. Сегодня мы с вами побудем в роли ювелиров в такой залипательной игре, которая называется Jewelry Master. Нам нужно будет делать красивые колечки со всякими драгоценными камнями на них. И давайте с вами начнем. Мне на самом деле очень сильно нравилась эта игрушка, и я хотел ее побыстрее уже снять. Так, сейчас мы молоточком нашу золотую руду всю расфигачим. У нас, смотрите, как много вылетает, аж почему-то подвисает немножечко. Мы можем так прям сильно размахиваться, вот держим так вот, и он прям много всего убивает. А можем так потихонечку бить ее. Так, перемещаем молоточек. Смотрите, мы выбили какой-то рубинчик или что это у нас такое. Так, все. Вот у нас уже наша золотая руда тут подплавилась. Сейчас заливаем ее в формочку. Так, и смотрите, какое у нас уже колечко прикольно вышло. Сейчас нам нужно, я так понимаю, сверлом в нем дырочку сделать для нашего драгоценного камня. Ну, давайте сделаем. Смотрите, как сильно нагревается наше сверло. Оно уж все покраснело у нас. Так, дырочка у нас просверлена. Так, что теперь? Теперь мы полируем наш рубинчик. Если, конечно, это рубин, если я не ошибаюсь. Так, быстренько его полируем. Смотрите, какой он красивый стал уже. У нас блестящий весь, замечательный такой рубинчик получился. Так, ну и вставляем его в наше колечко. Смотрите, как круто и классно у нас с вами получилось. Мне очень нравится. Следующее у нас колечко сейчас будем делать. Давайте снова расфигачим нашу руду всю. Так, и что это? Мы какой-то изумруд выбили с вами даже. Давайте посмотрим, что тут у нас получится. Снова заливаем формочку. Так, уже, смотрите, с другой формы у нас колечко такое получилось. Давайте снова дырочку просверлим для нашего изумрудика. О, смотрите, какая большая дырочка у нас получилась. Так, полируем наш изумрудик. Мне очень нравится, на самом деле, полировать. Тут так это все прикольно сделано. Он такой сразу блестящий становится. Мне очень нравится. Так, отполировали. И что теперь дальше? А дальше мы уже вставляем его в наше колечко. Да, смотрите. Тоже прикольно довольно-таки получилось. Следующее колечко давайте приступим делать. Добываем золото из руды. Так, так, хорошо. Смотрите, как много, аж начинает подлагивать. Так, смотрите, какое мы сердечко красивое выбили. Заливаем снова наше уже расплавленное золото в формочку. Так, смотрите, какое красивое, кстати говоря, колечко у нас получается. Сверлим в нем дырочку. Хорошо. Я надеюсь, у нас не лопнет наш сверло, потому что он так краснеет. Смотрите, какую красоту мы с вами выбили. Какое сердечко красивое. Давайте его сразу же отполируем сейчас. Смотрите, еще красивее становится. Мне очень-очень нравится это. Так, замечательно. Очень красивое сердечко у нас получается. Только я не знаю, что это за драгоценный камень такой. Если вы знаете, то можете написать об этом в комментариях. Вставляем в наше колечко. Смотрите, какое классное у нас колечко получилось. Это, наверное, самое красивое колечко пока что у нас было. Так, добываем мы золото для следующего колечка. Сейчас все расфигачим тут. Смотрите, сколько золота у нас выпадает. И что это мы там выбили? Снова какой-то изумрудик, что ли, только уже немножечко другой с вами формы. Так, давайте зальем наше золото все в формочку. Ну, это такое более обычное, что ли, колечко у нас получилось. Но хотя сейчас посмотрим. Давайте с вами просверлим дырочку в нужном месте для нашего камушка драгоценного. Так, хорошо. Знаете, вот этот изумрудик, он похож на вот тот самый первый, что у нас выбилось. Только он был красненького цвета. Это был рубин, скорее всего. А тут у нас вот именно изумрудик такой вот формы. Так, и что, у нас не заканчивается ничего? Почему, интересно? А, вот все. Ну и вставляем его в наше колечко. Ну, получилось тоже довольно-таки неплохо. Выглядит очень красиво. Что же, интересно, у нас дальше сейчас будет? Какое следующее колечко? Пока что сердечко у нас получилось самое такое красивое, как по мне. Добываем золото наше. Так, вот смотрите, мы выбили, это в форме того изумрудика было, второго, только уже красненького цвета. Давайте посмотрим, что сейчас у нас получится. Да, скорее всего, оно будет похоже, только уже с красненьким таким драгоценным камнем. Давайте быстренько просверлим дырочку. Так, 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 быстренько, быстренько полируем, полируем. Да, хорошо, смотрите, как быстро мы его отполировали с вами. Так, все вставляем. Отлично, с вами еще одно колечко сделали. Переходим к следующему. Оп, фигачим, фигачим с вами. Блин, ну все-таки смотрите, ребят, я как-то в шоке даже, как много золота выпадает. Хорошо, смотрите, сколько уже много собрали с вами. А, теперь смотрите, зелененькое, только в форме сердечка. Заливаем наше золото в формочку. У нас снова вот получается такая вот красивая форма колечка. Давайте дырочку в нем просверлим. Замечательно. Полируем быстренько наше сердечко. Быстренько полируем, полируем его, ребят. Отлично.
Смотрите, как оно красиво так вот витает в воздухе. Так, ставим его. Тоже, ну все-таки да, красиво у нас колечко получилось, но с красным мне понравилось больше. Так, что же интересно дальше нас ждет? Конечно, будет интересна другая форма, а то пока что уже все формы были, которые уже нам знакомы. Я надеюсь, что сейчас будет что-то новенькое такое. Расколем, добудем золото. Так, так... Это у нас, по-моему, зелененькая была уже такой формы, если я не ошибаюсь. Ну, заливаем формочку золота. Так, вот наше колечко. Снова сверлим дырочку в нем. Смотрите, сколько искр вылетает. Давайте отполируем. Так, а как-то странно. По-моему, у нас другой формы наш драгоценный камешек-то был. Странно, конечно. Ну, может, конечно, мне показалось. Но ничего, давайте пройдем дальше. Что же нас дальше ждет с вами? Снова добываем с вами золото быстренько. Надо так замахиваться посильнее, чтобы больше добывалось. Начинает подлагивать из-за того, что слишком много золота вылетает. Нашли изумрудик зеленый, но это уже нам, в принципе, знакомый изумрудик. Заливаем наше золото в формочку. Получаем такое вот колечко красивенькое. А, смотрите, все-таки как сверло нагревается, это капец, ребят. Я все-таки надеюсь, что оно у нас никогда не лопнет, и нам там не придется как-то его покупать или еще что-то. Так, быстренько его тоже с вами полируем. Красивый, блестященький у нас он получился. Ну и вставляем в колечко. Так, все отлично. Приступаем к следующему колечку, добываем наше золото. Посильнее бьем, чтобы побольше золота у нас с вами было. И мы снова нашли с вами это красивенькое сердечко. Мне очень нравится, вот когда колечко с ним получается. Оно самое красивое, как я считаю. Давайте дырочку в нем с вами просверлим. Так, дырочка с вами у нас готова. Давайте отполируем наше красивое сердечко. Так, 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 надо ничего не упустить. Все, чтобы красиво было. Все, отлично. Смотрите, как оно повитало снова в воздухе. И давайте его, собственно говоря, на колечко наше и приспособим. Ну, давайте с вами, наверное, сделаем уже последнее колечко, потому что, к сожалению, разработчики еще немного всего добавили. Игра эта довольно-таки новая. Но мы будем ждать, наверное, с вами обновления, чтобы вышли всякие другие драгоценные камушки и другие формы для них. Выбиваем изумрудик с вами, заливаем в нашу формочку золото, которое мы только что добыли. Получаем такое вот уже колечко, давайте дырочку уже просверлим. Так, хорошо, дырочка у нас с вами готова. Отполируем наш драгоценный камушек. Быстренько-быстренько его полируем, чтобы он блестел весь у нас. И вставляем, собственно говоря, наш драгоценный камушек на наше колечко. Все, очень прикольно получилось. Ну что, друзья, я вам хочу сказать, игрушка довольно-таки новая, как я вам и говорил, поэтому еще небольшое разнообразие всяких драгоценных камней и форм для них, но я думаю, что игрушка эта будет развиваться, и если разработчики туда что-нибудь хорошенькое понадобавляют, всяких новых камешков драгоценных, всяких форм, колечек и тому подобное, то можно, наверное, даже будет снять с вами продолжение. Мне игрушка эта очень понравилась, она очень красивая, и я надеюсь, вам тоже она понравилась. А если это так, то обязательно поставь лайк и напиши об этом в комментариях, понравилось тебе или нет. Ну, а с вами был ArtiPlay. Не забывайте подписываться на канал. Впереди еще много крутых видео. Пока-пока!